Добрый день! Сегодня я представлю вам новое приложение в пакете программ для корпоративной IP-телефонии, а именно Google Переводчик. Данное приложение позволяет вам пользоваться одноименным онлайновым сервисом прямо с экрана вашего телефона. Запустим приложение из главного меню. Предположим, что при чтении какой-нибудь инструкции по сборке вы столкнулись с незнакомым словом. Скажем «call it». Выбираем пункт «перевести». Для того, чтобы ввести искомое слово, мы можем воспользоваться виртуальной клавиатурой. Готово. Нажимаем «Ввод». Да, так и есть. Колет — это Цанга. Сервис поддерживает все языки, доступные в онлайновой версии Google Translate. Уверен, многим будет интересно узнать, как по-украински будет небоскреб. Возвращаемся назад, выбираем целевой язык, языки отсортированы по алфавиту, опять виртуальная клавиатура. Вот. Да, так и есть. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание.